Later. Later. За деньги ты его купить можешь, но он выделен красным. Он недоступен как бы. Покупаешь офицера, и танк становится как бы доступен. Ну, как бы, угу. По мере накопления, ну, да, денег он становится доступен. Прикольно, конечно. Да, вот такой момент. Тоже вот ночью такой момент. Выпало. Да, да. Ну, сейчас вот будут двигаться юниты, карта будет слегка подсвечиваться. Я, получается, слева. Ну, тогда я на левую точку бегу. Давай на левую точку, я буду где-то по центру сейчас, я тебя подконтрю с центрального флага. Вот я на центр бегу, вот сюда. Ага. Ты там постарайся как можно левее пробиться, это даст тебе очень серьезное преимущество. Как можно левее вот в тот угол, если ты дотянешься, то получается ты будешь держать его в лоб, а я буду нарезать его во фланг. Угу. Ну, при условии, если мы сможем как бы отбиться. А, кстати, есть здесь разница одним человеком захватывать точку или группой? Нет, преимущества серьезных не получится. Кроме того, захват флага в самом начальном режиме игры, ну, не дает никакого серьезного буста. По сути, главное, чью мамку, кто будет трахать в Берлине, ты же понимаешь, а не кто там стоял первый у Москвы. Ну да. Такой момент. Практически, я бы сказал, по большей части. Ну что, могу тебя поздравить, против нас играет Распутин и Фекалоид, это полные нубы, судя по тактике, как они отдаются под меня, так что можешь спокойно дожимать до конца, вот ты где стоишь, вперед иди, выходи отсюда, вперед, беги, пока не видишь противника, просто беги до угла и все, а я тут удержу их на центре. Так. По сути, это у меня ненадолго, видишь, чувак тоже пишет. Как бы такой момент. Без огонька они играют, без огонька. Ну да, конечно, опыт тут огромное значение имеет. Да, да. Ну я же говорю, поэтому я тебе заранее сказал, что где-то только к 30-й игре ты разберешься, а к 100-й ты начнешь играть где-то более-менее ровно. Ну, это факт. Тут уже никто этого не сбежал, все через это прошли. Так что, как бы, побыть нубом придется. Не крути. Увы и ах. Так. Так, хорошо. Все, ты дави по максимуму вперед. Ты не стой. Ты как можно должен дальше пройти. Как можно дальше. Подползай одним пехотинцем, двумя. Ага. Можешь не все вести. Твоя задача выползти ему к НРС. Наша задача аж НРС к ним приползти. Понял. Чтобы они просто потеряли инициативу. Как только ты зажимаешь его НРС, он теряет инициативу и все. Конец истории начинается. Не обращай внимания, у тебя свой расклад. Потихонечку дави, потихонечку ползи там. А, ну все, понял, все, нормально стоит. Они к себе пулемет, не знаю, там, к себе, как бы, пехоты себе подкинь какую-то там. Потому что нас сейчас немножко дожарят за нас, такую. Мы забыли прикрыться от этого юнита. Скорее возьмутся за тебя. Но я постараюсь сейчас их снять. Сучка. Да нафигай свой костюм.
комарат! Я комарат! Bestätigt! Jawohl! Bereit! Ja, Kamerad! Bereit! Ja, Kamerad!
Вижу. Пока ты ничего не понял, друзья. Наш нападок слишком пассивен. Да-да, я вижу. Сейчас попробую. Песочки так называем. Но, кстати, я говорил, то, что он будет в качестве. И назад не все понимать. Ага.
это где-то. Вражеское подразделение уничтожено. Да, вот фиколоид долго. Су-152 там едет у них. А, это не что, мне конечно, крови надо бьет, но он как бы у него брони, брони нет. Ну да. Сейчас слышишь. Блять. Подбили его. Теперь все можно в него починить и сесть в него. Он хочет его просто так починить, его надо добить, доломать. Вот возьми любой юнит и проверь, можно ли себе кого починить, то и сесть в него. Скорее всего, можно. О, кстати, 4 еще сбоку. Сука, все. Поимел меня за сердце. Так, хорошо. Опа, Катюша. Что, не заметил? А что произошло? Что она еще одна Катюша. А, да, подожди. Тебя хотят. Сейчас посмотрим. Возьмет она. Да, взяла. Ну, видишь, что это так раз на раз не приходится, к сожалению. А, это, кстати, 300-миллиметровая была. Thank you.
Как ты думаешь, что стоит взять? Что такое взять? Стоит ли тигр брать или... или что-то другое? Тигр говно, вообще не покупай его. Не рассматриваю даже его как бы как вариант покупки. В этой игре, к сожалению, он... Ага, понял. Практика показывает, что все тигры очень редко нормально как-то реализуют. Походу, не знаю, ли это баг, или двигатель работает у ИСУ-152. Это не баг, она еще не добита, я же говорю, ее надо доломать. Они просто вылезли с ней, чьим. Я, кстати, пробовал сбоку по ней стрелял, но не смог, меня потом раньше... подорвали. Я говорю, чиню, видишь, залезли. Ладно, как кино он стреляет. Может взять морсер этот, гаубицу? Я тебе не могу сейчас сказать, что тебе брать. Ну ладно, сейчас. Гаубицу лучше брать против каких-то. Вот только против каких-то. Брать чего-то против чего-то другого. Не могу перед ним Сколько их там? Аж три.
как здесь вообще очки? Они бесконечно восстанавливаются или есть какой-то предел? Тут, в общем, есть определенный, как бы, получается, алгоритм. Тут есть предел, грубо говоря. И со временем, спустя какое-то время, будет все меньше и меньше и меньше. Ага. Слабенькие попали, к сожалению. Сейчас пересоздам игру, потом, чтобы не глюкнулся еще раз. Ага, хорошо. Ты именно будешь перезаходить в штурм? Да, я перезапускаю полностью всю игру. По той причине, если хастую, что надо после каждой игры перезапускать. Это даже... В свое время Кабаропс это написал. Ну да, я вижу, что там красным написано, чтобы перезапускать. Да, да.